Вот что я после стрима ел. Два шпатана въебал, кальмары сушеные, сыр косичку и две рыбки съел. И то рыбу одну съел, блядь, вторую даже руки не дошли, что-то сильно соленая была, она мне не понравилась, ёб. Ну вот чисто по-пацански похавал. Что фу, блядь? Вот что фу, а что вы с пивом кушаете обычно? А, ну и пачку чипсов ещё въебал, забыл. Это уже она на фотку не попала. Пиздец огромный. Так а чё, ёпта, лучше, чем дрищом быть зажатым. А, я видел это тикток, это пиздец. Да не посажу эту хуйню, блядь. Шайтан хуйню, блядь, посажу. 270 тысяч лайков уже собрал тикток, а хуй. Ма ёбка, как быстро едем, блядь. Гражданский полегче сажать эту хуйню. На речи гений, это охуенный тикток. Тормози, кунат! В жилой дом. Давай, поднимай камеру. Тормози, ёб твою мать. Полетел, блядь. Прикольно. Это Microsoft симулятор или чё? Это чё, блядь? Макс Караваем. Макс Караваем 37-м штурмует телевышку. Бомби, бомби вышку, бомби, Диман. Убил. Делаешь. Я, кстати, вчера тачки ебал. Беларуси смотрел. Вы хотите сейчас просто охуеть? Я вам сейчас покажу машину. Вы охуеете, блядь. Вы сейчас просто охуеете. Сейчас покажу. Костику вчера кидал ночью. Я того мать ебал, чат. Это просто да, что я нашел. За такой маленький прайс это пи***ц. Глеб, ебал, потому что такой еблан будет BMW на Mercedes менять. Смотрите. И теперь у меня вопрос, что в этой машине не так. Вы сейчас просто BMW 5 серии G30 19 года в Гомеле. Она стоит всего 50 тысяч долларов. Посмотрите на нее, я охуел. Посмотрите на эту тачку. Блять. Да не 160 тысяч рублей, это белорусских, долбоеб. Посмотрите на нее. Я вам сейчас... Да похуй, что 2 литра, долбоебы. Блять. 252 лошадки, это тоже бодро. Вы сейчас салон увидите, вы охуеете. Похуй на эти 250, на эти 2 литра. Посмотрите на салон, нахуй. Это же вообще мясо ебаное. Вы посмотрите, это iPerformance, блядь. Это единственный экземпляр сейчас на рынке, нахуй. Бля, я ее маму ебал, шатал, дрочил. Как ноль, долбоебы. Вы, бля, вообще в машинах нихуя не понимаете. Утопленник 2 литра? Какой утопленник? Блять, какая она сексуальная, это пиздец. Я не могу нахуй. Посмотрите. Эксклюзивный BMW iPerformance 530. Единственный экземпляр на рынке в максимальной комплектации с широким заказом. Короче, специальный цвет. Чел между X и этой хуйней берет эту хуйню. Бля, Винман, ты долбоеб, эта машина стоит, блять. 50 тысяч долларов в рублях, блять. 4500 миллионов всего, ебло, тупое, блять. Ты понимаешь, что X, блядь, стоит в два раза дороже, нахуй? Ты тоже такой у меня автолюбитель, привет, я хуею, блядь. Сука, Триша, шлюха, будь потише. Бля, быстро взяла, нахуй, ножки босику скинула, блядь, 100%. А он нам собежку вообще. А я видел их, я видел. Кидала шлюха. Какие-то хуилые пидорасы, блядь, осуждаю! Взяли мой аккаунт, вообще забанили на 7 дней, сука, из-за того, что я в чате кого-то оскорблял. Винман-то вроде, блядь, что за пиздец, блядь. На всякий случай скажу, Винман-то лучше не оскорбляйте в чате, это ебаная мышь берет и репортит каждого за оскорбление, кто его в чате так это оскорбляет. Я клянусь вам. Вот вы можете мимо ушей эту хуйню пропустить, но это ебаная правда. Мне Винман сам об этом говорил. Он кидает репорты каждому, кто его в чате так это оскорбляет. Сами решайте, чё... я не шучу сейчас. Это реальная хуйня. Бля, Маркуш, братулец. Я, привет. Я тебя не душу, но это хуйня какая-то. Зайди в ДНС на стриме или после стрима. Найди там этот ковер. Хуй. Dark Project коврик ковра, пишу, блядь. Смотри, Dark Project коврик. Там просто черный есть, а с принтами ни одного, блядь. Ну хуйня получается. А этот инфосаган Дима, мне вообще похуй, инфосаган или кто. Может, он ровный пацан. Не на знаю. Sony, брат. Но я к тому, что ты обещал провести урок. Сам там ты будешь проходить тесты. Или у нас он было, будет ты не... с тобой. Похуй я... как. Так ты не дома. Но его тоже хуй не было вообще. Был! А помнишь, ты обещал стрим 24 часа? Не было. Его тоже нет такого до сих пор. Такого не было.
Ну, надо исправляться, обнял, слова держать. Давай, обнял, Роза Корса. Брат, я проходил тест, ты, походу, не дома был в тот момент. Вон, мы с чатом проходили тест по истории, блядь. Смотри, на Озоне, брат, значит, вот они, на Озоне Dark Project'ы. Вот, который мне прислали, он 200 стоит, блядь. Вот он, они есть. Знаешь, что мне единственное не понравилось? У Dark Project на русском написано, вот это уебищно выглядит. Вот, смотри, какие у них тут дизайны, их на Озоне до пизды, брат. Вот, в Google напиши Dark Project коврик. Ты себя возненавидишь. Ты себя возненавидишь. Так. И ты себя возненавидишь гораздо раньше, чем ты будешь умирать физически. Хочешь, я тебе скажу, когда ты себя возненавидишь? Тогда, когда ты поймешь, что уже ничего не изменится. Об этом очень хорошо сказал Макаревич. Говорит, жизнь в детстве – это приключение, ты не знаешь, что тебя ждет. А с этого момента ты знаешь, что тебя ждет. И это самое ужасное. Здорово, это Леш. Тот момент, когда ты поймешь, что ты знаешь, что тебя ждет, жена ебанутая, жирная, ебаная. И пчелки в чате. Леха, привет! Чё к чему, блядь? Ты ебаная, дети ебаные, и ты ебаный. Блядь, чё, блядь, происходит нахуй? Вот сейчас тебе уже 30-40, и ты понимаешь, что... Блядь, ты чё за совпадение ебаные? Всё будет просто нарастать. Вот это... Вот в этот момент, когда ты поймешь, что все. В смысле, он опять написал, я тебе ебало сломаю. Да ты заебал мне ебало, бить, пчела ебаная. В смысле, я тебе ебало сломаю, блядь. Ты вообще охуел, сука. Я тебе сломаю. Угроза партнеру Твича. Ебаный пчелкин, блядь. Пчелкин. Блядь, он заебал. Он каждый раз, когда пишет, что мне ебало сломает, я это с его голосом, блядь, все в голове проворачиваю. 30 дней, топ-клип Алексея за 30 дней, давайте посмотрим. Дубай, утро, Пчелкин про бустера. Боссам дорогу уступают. Что за дебильный клип, блять? Что тут уф? Хватит уфать, вы заколебали уже. Это вы на меня уфаете. Не, я думаю, не на тебя. А кто это? А кто это такая спереди была? Кто это такая? Уф, опять уф. Лёха! Ай-яй-яй! Отвечаю, у него жало в штанах встало. Вадя хочет ТЦ. Доброе утро. Я в ТЦ, вы же хотели на пальму. Реально. Какую пальму мы? На завтра? Марину вы хотели. Марина? Это к Максу. Доброе утро. Доброе сейчас. Лёха, тебя уже извинился перед тобой, что стучал в дверь? Это не Лёха стучал. Марина, кто? Чат. Нахуй, Лёха Клерон в дверь стучался. Ебать, баннер? Ну, Лёха отрабатывает рекламу, чё, 1/4 кадра, баннер, блядь. Вадя хочет. Лёх, нахуй ты Клерон стучался в Дубае, блядь, чё за хуйня? Привет, дядя Скрудж! Здорово, Егор, первый раз доначу кому-либо. Видел, залил дерком, следишь, только лучше его слушаю. Да. От флики саинг чатик, дайте 56 в чат, спасибо, Киорин тут. Здорово, братишка, хорошего просмотра тебе. Чел пишет, курортный роман. Какой нахуй курортный роман, отъебитесь от Пчелкина, блядь. Курортный роман! Дубайская пчела? Дубайская пчела! Бля, почему это так смешно, нахуй? Дубайская пчела на утренней зарядке. Блять, как же он от Леры не отходит? Бля, ебать у Леры личика, она, конечно, с похмелья знатного, бля, встала. Ну, она поняла, только щетину убирает. Только щетину. Помажься. Сгоришь к монах. Алексей, ну что ж вы от Лерочки-то не отходите, блядь? Просто встал и стоит. Сарин, бля, я Лёху обожаю, бля. Ну посмотрите, какое у него ебло смешное. Ну как можно не любить Пчелкина? У него ебло, блядь, идиота, нахуй, оно смешное. Грубо говоря, от нашего дома. До Москва-Сити за 35 минут доезжаешь. Если в обычный день или по... Особенно от этих клипов, где он пытается размышлять, это вообще пиздец. Подарок от Никиты Ефремова. Тебе тут все... Шнурки отвалились, блядь. Сука, ебаная пчела, я не могу с него нахуй. Какой долбоеб.
Не понял. Ой, сука, старость ёбаная. Опять с Лерочкой, блядь, клип. Алексей, что за хуйня? Почему вы с Лерой постоянно в Дубае были, блядь? Марк, привет. Привет. Прикинь, забанили пидоры. Осуждаю тебя, блядь. Закадрить не повезло. Да иди нахуй, Ланнистер, осуждаю. Я ебу, что ли? Передай приветик так, что за хуйня, Лёха? Его зовут ебалрот пидораса. Оу, осуждаю этот донат, не буду привет передавать таким твоим друзьям ебучим, олень, блядь. Здорово, Марк. Привет, брат. Твой менеджер. Да. Бля, короче, мне опять сон приснился. Наверное, вещи. Давай. Короче, недавно порнуху смотрел перед сном, ну и спать лег. И вот снится сон, где кореш там вишенку кушает, короче. И ты рядом сидишь связанный такой, смотришь на это все, типа, блядь, там пяточки вишни облизываешь. Походу, так и было, да, брат? Пиздец. Охуенный сон, дай бог, чтоб ты никогда не проснулся. Так, ладно, тут все пацаны сидят. Бля, короче, вот клянусь. Вот, ой, Лёха. Лёх, скажи честно, в Дубае кобыл к Лере в комнату подглядывал в щелочку, блядь. Понял, когда все спать легли, Пчелкин такой чисто к ее двери подошел и вот так вниз наклонился, и там, знаете, снизу под дверью такой зазорчик есть, и подглядывал за ней, сукой, блядь. На ее ножки смотрел по-любому, как она там по комнате ходит, блядь. Ну ты еблан. Да чё, блядь, у тебя все клипы с ней! Это Лёха стучал, заебал реально. Я ему сказал... Модер пишет, жало просунул в щель и дрочил. Бля, я что-то Пчелкин? Бля, вот реально, я ничего плохого сказать не хочу. Это исключительно в развлекательном контексте делается. Вот мне Пчелкин что-то напоминает старого... Я не знаю, можно так говорить, нет? Но он, блядь, похож на старого латентного... Блядь. Вот который, знаете, в образе такого статного мужика, но он, блядь, какой-то со своими приколами в башке, нахуй. Я не могу. Но он очень смешной. Вот клянусь, я просто, если у меня плохое настроение, я захожу к Пчелкину на стрим, блядь, просто смотрю на него, вот, вот его образ, лицо, блядь, и мне сразу смешно становится. Вот, блядь, у него столько грязи в башке, ебать, сколько грязи в башке. Ну такой, типа, нахуя я серьезный, блядь. По факту он еблан еще тот отбитый, блядь, я вам клянусь, нахуй. Это просто дед, ебать, со своими приколами. Дубайская пчела, блядь. Дубайская пчела. Блядь, почему меня так рвёт с этой хуйни? Дубайская пчела, нахуй. Блядь, ну посмотрите на него! Зубарева нет. Какой идиот, блядь. Да не, какой лункер, вы чё? А что я отсканировал? Это меню или что это такое? О, у меня телефон 5%. А, вот. Фу, это просто пиздец. Я не знаю, я очень люблю Пчелкина, блядь, особенно. Лёх, ты в чате еще? Слышь, Лёх? Привет, дядя Скрудж! Кстати, еще хотел предложить такую, да, как идею, типа, ну, чат, может, поддержит. Вот, типа, ты стримишь одни и те же игры, по факту там Stumble, Fall Guys, да, Game, да. Копатель. Ну, ты Копатель уже давно не играл. Сегодня поиграем. Вот, как будто, может быть, вот как на предыдущем стриме по Хэллоуину, Тыквенному Спасу, ты играл новые игры хорроры, типа, короткие, да, игры, прикольно. Вот, может быть, раз, два, три стрима обновлять игры, допустим, какие-нибудь короткие проходить на стриме, это было бы смешно, прикольно. Если согласны, плюс, если не согласны, минус, если я еблан, напишите М. Вот. А так, что еще хочу сказать? Ну, то, что победа будет за нами, слава России. Вот и все, и скипнул я твой донат, потому что ты и молодец. Уложился в свои 40 секунд. Че Пчелкин за скрин скинул? Вообще долбоеб, блядь. Что, Пчелкин? А, он репортит. Он... То есть Алексей Пчелкин сейчас официально в своем ТГ-канале призывает всех репортить мой канал. Я правильно понимаю? Старая тварь, блядь. Ну давай, давай. Надеюсь, в следующий раз твое жало, блядь, в дверном проеме застрянет, когда ты на Лерон дрочить будешь, сука, блядь. Давай, ёпта. Привет, Корт, я тебя услышал. Я тебя услышал. Марку, куча. Привет. Вопрос. Нахуй ты ешь кальмаров с пивом? Ты же а говорил, что худеть, да, будешь. Еще скажи, что на фильме не будешь есть, а бегать ноль. Не-не-не, я на фильме есть не буду, потому что меня тошнит сегодня все утро, я ебал и весь день, блядь. Я жду тебя на вайперах.
КСТА, я поставил плюс на твое ГС. ПЖ, возьми меня к себе. Отсосу за пачку кириешек. Не-не-не, чил. На каких вайперах, бро? Я не слушаю ни этих Хаэнджелов, ни Найнмайсов, блядь. Знаешь, это все такая позерская хуйня. Опять же, блядь, меня еще будет осуждать общество. Извините, то, что мое мнение не совпадает с мнением общественности, блядь. Вот эти Хаэнджелы, блядь, Найнмайсы, все спиздили у Асапа Роки и у Трейзерса Скотта, блядь. Вот и все нахуй. Начиная со стиля, блядь, заканчивая манерой выступления, блядь, все нахуй спижено максимально. Типа, я к ним вообще ультра хуёво нахуй отношусь. Сори, блядь. А чё, блядь? Ну, не у Асапа Роки, а у Трэвиса Скотта, блядь. Здорово, у Китти. У Трэвиса Скотта они спиздили. Блядь, ну или не у Трэвиса Скотта, как этого зовут, сука, блядь. Я ТикТок, короче, видел. Там показывали выступление на Хаэнджела и Найнмайса и какого-то зарубежного рэпера, блядь. Тут и, блядь, у Playboy Carti, что я несу, нахуй? У Playboy Carti все спиздили, блядь. Нихуя своего нет, нахуй. У Playboy Carti они все спиздили. Вот, точно, блядь. Все спиздили у него, блядь. Блядь, какой позор, нахуй. Какой, блядь, Трэвис Скотт. У Playboy Carti они все спиздили. Просто даже, блядь, движения на сцене, которые они исполняют. Я, короче, не понимаю. Это стиль музыки, и я муж уже старый, ебать, для этого. Марк, у меня обратная проблема. Рост 186, вес 68 килограммов. Хотелось бы чуть поднабрать. Да. Но потом смотрю на тебя, жирного уебана, и понимаю, да нахуй оно надо. Знаешь, в чем твоя проблема, бро? Проблема в том, что ебаный дрич, бля, а девочки дрича не любят. У меня в чате дохуя девочек. У любой девочки спроси, комфортно ли ей будет лежать в кроватке и обниматься с тобой спичкой ебаной, у которого торчат кости, блядь. Просто из каждой нахуй, блядь. Фу, блядь, вы дрищи, ненавижу вас, уёбки, блядь. Привет, дядя Скрудж. Жирнее, ёб, гондон. Похудеть он пытается 2 года. Бухает и жрет, как свинота. Спасибо, Вина. Все меньше едят жирный. Такое чувство, что скоро пчела выебет Леру, а после твою мать. Привет, не смеет Скрудж. Никогда этого делать, у меня, блядь, ужасный день. Мама наругала меня за то, что я покормила бездомного кота нашей последней колбасой. Можешь меня обрадовать, включив песню «Газовая ебля 10 ч». Ты чё, Маша, вообще ёбнутая, блядь? Я тебя нахуй ща поеблу, как дам, блядь? Газовая ебля 10 часов, блядь. Иди кота, ёбта, корми, блядь, своими пальцами, тварь. Вообще ёбнулась. Ты знал, Бурик тебя в треке упоминал на полночь 32. Да, я знаю, что меня Буда в треке упоминал. Просто об этом, блядь, я стараюсь не говорить, чтобы не выёбываться, ёб, понял, блядь? Ты знал, что Бурик себя в треке упоминал? Ну-ка, давай заценим. 0.32. Бэйби, это не лихё. Хули я сипую этот лин, бэйби, это не лихё. Хули он на нас так палит, бля, походу пидор. Осуждаю, блядь. Ёб твою мать, не в этом треке он меня упоминал. Олень, ошибочный трек ты скинул. Привет, дядя Скрудж.